В принципе, покажу вам концовку коллапса Rage. Я ее, в принципе, сам забыл, так что посмотрим. Так, а где дверь открылась-то? Внизу? Или где? Со стадиона, да? Ага, все не так просто на самом-то деле. Так, а куда нам топать-то? Нет. Не сюда. Нет, это отсюда мы пришли. Чего? Серьезно, мне предлагали с обреза его завалить. Ребята, вы что, издеваетесь? Где же тут проход? Твою мать. А, ёпарасы-то. Вот такая необычная концовка, дамы и господа, что он сам из-за своей ярости превратился в монстра. Не, но я все-таки советую самим игру поиграть, чтобы оценить, ну, как в нее играется вообще. Некоторые кадры показываются из оригинальной. Коллапс. Так что спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Просто вот вам показал концовку игры Collapse Rage. Бой с монстром я не стал сильно затягивать, чтобы... А всем до новых встреч, всем удачи, всем пока.